День добрый, друзья! Топ-сад – первые виноградные и саженцы первой волны, которые готовы для посадки в Подмосковье со всей планеты Земля, выращенные в нашем культиваторе. У нас их три волны ожидаются, первая готова и порадовать всех нас прекрасными ягодами. Мы сейчас расскажем о некоторых из них. Рэмбо. Ну, видите, мы сажали вермикулити землей и в обычных стаканчиках. Видите, какие мощные, сильные листья и прекрасно развитый черенок. Конкорд. Черный американец. Прекрасно развитая система. Отличный саженец и очень вкусные ягоды без косточек. Вишневый журавчик. Это новое приобретение, очень вкусный, сладкий. Главное, что ранний, очень ранний, созревает чуть ли не в конце июля месяца. Советую вам приобрести. Но это сейчас мы вам показываем саженцы, которые выращены обычной технологией. Аюта. Вот видите, какая корневая мощная система. Развелась внизу вермикулит. И листовая поросль тогда вполне очень прилично выглядит. Один из нашумевших винограда прошлого года, красава, очень крупная, сладкая, большая, скороспелая, в грозде 3, даже до 4 килограмм. Настоящий шедевр нашего приобретения этого года. И он может быть доступен и у вас. А каюга, белая, бескосточковый, американец, очень мощная. Поросли, лианы крупные и ягоды созревает 18-20 августа, а если до 5 сентября, то сахар был 32% по Бриксу. А богатяновский белый виноград, сумасшедший вариант, очень крупный, прекрасно растущий и в теплице, в открытом грунте. Повторяю, все саженцы у нас как из, от полюса до полюса районированы и прекрасно растут в Подмосковье. Виноград, который нам достался из Узбекистана, привезли рабочие, районирован. Настоящий Узбекистан, кишмиш черный, без косточка, изюм. Мы вырастили его в черенке 10 лет назад, районировали. И сейчас он дает потрясающий без косточка и черный виноград, изюмный виноград, великолепный, большой мощный куст. Я вам один из лучших нашей коллекции виноградов. Шедевр, просто потрясающий. Вот вы не поверите, Узбекистан или там Пакистан, или не знаю, любая другую страну возьмите, все растет в Подмосковье. Советую вам попробовать. Ну, вот здесь вы видите наши новые достижения. Это саженцы без дна, стаканчики без дна. Очень хорошо растут растения, видите, мощные, потому что есть аэрация, есть очень хорошо наполняемость воды, и главное, перелив воды невозможен, потому что вода быстро выходит из снизу и без дна стакана. Из пластиковой обычной пленки вы можете собрать великолепные черенки, ведь они опережают все остальные на порядок. Это у нас кадрянка, знаменитая, 70 килограмм с куста. Шедевр. Ну, правда, он с косточками, но черный, сладкий, до 20 августа созревает. Аркадия. Ну, труженик в виноградаре. И прекрасный белый виноград. Большой обильный урожай, ну, с косточками. Но зато очень давно работает на рынке. В Подмосковье неубиваемый. И советую вам иметь это всегда палочка-выручалочка. Реалайнс розовый, без косточка. Реалайнс Pink Seedless. Видите, какие мощные корни. Это лиана, которая напоминает, знаете, захватчиков. Если ее отпустить, то 5-6 метров для нее. Поглотить любую яблоню нет такого труда. Но созревает 10 сентября розовый, очень вкусный для вина. А Байконур черный. Это был года 2-3 назад, это был хит сезона. Вот видите, очень мощные, растет. В Подмосковье прекрасно дает урожай, сладкий, вкусный и ранний. А сфинкс, посмотрите, какой мощный. И черенок, и саженец, и листва мощная. Черный виноград, лакомство для гурманов, и раздолье, и яствство для детей. Ну, а это виноград Артек. Вот видите, он у нас уже в большом нашем тоже, опять-таки, контейнере без дна. Очень удачная
принципе решения. Видите, конденсат, это значит поливать его не надо. Здесь дна как такового нет. Корневая система страшно развивается. Вот все сейчас саженцы. Мы потом, если они у нас не уместятся в нашем питомнике, то мы пересадим их в такие контейнеры. Это на 2-3 года будет прекрасное место для плодотворного развития этих уникальных сортов винограда, да не только винограда, и хурмы, и орехов, и шелковицы, и так далее. Поэтому контейнер это где-то 8-10 литров, стоит это вообще просто пол копейки или пол рубля. А эффект такой, конденсат, все показывает о том, что, видите, как саженец как растет. И главное, что в этих контейнерах вы гарантированы, что вы не перельете, что самое страшное. Используйте эти находки. Внизу после нашего видео мы выложим вам все подробности, описание по каждому, когда саженцу, когда оно, какой он корни, когда созревает, болезни, болеет или нет, косточки и так далее. Всю информацию отдельной табличкой мы приложим. Подписывайтесь на канал. Топсад готов поделиться с вами этими саженцами, если вас кого-то заинтересует, проконсультирует вас, как вырастить и не погубить. А если что-то пойдет не то, мы всегда компенсируем вас, если вы приобретаете у нас саженцы или личинки. Удачи на даче! Вместе с виноградом придачу – это для нас всех с вами большая и важная задача.